Так, уважаемые друзья, мы можем видеть воочию вещи, которые, как правило, не считаются, ну, нереальными. Вот здесь второй год дерева, и, ну, не с этого дерева, это плоды, которые были в этом году убраны с этого сада. Естественно, по технологии плоды многие были удалены для того, чтобы дерево комфортно развивалось. Но часть плодов Егор оставил для того, чтобы понять, что это такое песчанский. Вот, пожалуйста. А теперь начинаю потихонечку отделять скорлупу. Вот. Вот она. Угу. Поставим на ладонь орех, посмотрим. Вот вы имеете возможность посмотреть на песчанский, выросший в Суходольском Ростовской области. Возьми, так, Коля, подержи орех. А ну возьми следующий орех. Нет, нет, нет. Вот так, как уже поколешь, так поколешь, потихонечку отдаляй. Угу. Осторожно. Вот видите, как выделяется песчанский целиком. Вчера на семинаре мы делали сравнение. Я захватил с собой молдавский песчанский. Ну, схожу с некоторым сожалением. Песчанский, который я привез, был несколько помельче. И, скажем, ядро было не настолько хорошо выполнено. Ну, тут можно понять. 1,5 метра мы выкопали, когда делали исследование для проектирования. И на глубине 1,5 метров содержание гумуса было более 3%. Почвы здесь благодатные. Дождей здесь немножко больше, чем у нас. Ну и результат, вот вы видите, качество плода. На семинаре присутствовали заготовители, представители фирмы, которая перерабатывает орех, и они были в восторге от этого ореха, сказали, что он пойдет совершенно по другим ценам. Егор, поздравляю тебя с первым урожаем, и постарайся, чтобы его было больше и не такого же самого качества. Добрый час. Это второй базовый сорт кагальничану. Он в Молдавии котируется примерно как и песчанский, немножко более морозоустойчивый. И вот сейчас мы разобьем плод. Угу. Угу. Вот видите, какое ядро. Оно даже более рельефное, более наполненное. А сам по себе, вот обратите внимание на оболочку. Оболочку скорлупы, она полностью очень легко отдает орех. Качество феноменальное. Это есть кагальничану. Он тоже дает урожай на второй год и имеет ярко выраженные латеральные плодоношения. Они не подведут.